Это видео по теме наблюдения за судами. Привет, меня зовут Юля, и сегодня я иду в суд. Всем привет, меня зовут Валентин, я волонтер правозащитной организации Human Constant. Сегодня поделюсь с вами рекомендациями по наблюдению за судами. Главное, дыши. Вопрос из нашего волонтерского чатика. Стоит ли вам ходить наблюдать за судами с Human Constant? Скорее всего, ответ да. Приговоры выносятся от имени Республики Беларусь. То есть от нас с вами. Лучше самим прийти в суды и проверить, насколько это правда. Очень жду